Всем привет, и это видео на тему 12 часов звучи. Хотя изначально я собиралась снять видео на 24 часа. Приятного просмотра! И кстати, если вам понравится это видео, то я могу еще снять видео на тему 12 часов с Эммой. Учебный день начинается с того, что как только я открываю шторы, он начинает лазить по прутьям клетки. Хотя просыпается он еще намного раньше. Ну, в общем, выходим мы с Гучи гулять довольно-таки рано, примерно в 8 часов. Ну, иногда, конечно, и позже. Только я достаю Гучи, он сразу начинает летать по комнате. Садится на шторы и снова улетает. Послушайте, как он бегает по полу. А вот немного видео с Эммой и реальным звуком. А теперь продолжим видео 12 часов с Гучи. Гучи очень любит бегать по полу, иногда за ним даже бегает Эмма. Еще Гучи стучит по какому-либо предмету, как дятел. Кстати, если вам нравится это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Также вы можете написать тему для следующих видео. И я обязательно выложу видео на придуманную вами тему. И кстати, досмотрите это видео до конца. В конце видео я скажу, что будет в следующем ролике. Интересно, за что меня укусили? Я ведь просто сидела и снимала ролик. Далее, после того, как мы погуляли около часика с Гучи и Эммой, я сажу их по клеткам. Когда я его сажу в клетку, он особо ничего не делает, просто сидит, кушает, пьет водичку, ну или чистит перышки. Поэтому это я особо и не снимала. После этого я достаю Гучи аж вечером, когда я приду со школы и сделаю уроки. Это где-то около часика восьми. Самое лучшее, как мне кажется, выпускать их по отдельности, потому что когда гуляет Эмма, я не могу почесать Гучи. Ведь она прилетает и пытается его согнать. И у нее это прекрасно получается. Очень редко, но иногда мы подходим к окошку, и Гучи смотрит на улицу. И по-моему, Гучи очень хочет погулять на улице, но, увы, сейчас уже холодно. И если ему мешают смотреть на улицу, он становится агрессивным. И вот так немножко он на меня нападает. И на этом все. Я уже сажу кученьку в клетку, потому что после долгой прогулки он уже проголодался. А вот таким вот будет наше следующее видео.